Тезяхао, меня зовут Денис. Второе упражнение – это пуловер, тяга гантелей из-за головы лежа. Пуловер – это очень полезное упражнение при головных болях, болезнях сердца и легких, а также при остеохондрозе шейного и грудного отделов позвоночника. При опускании рук за голову растягиваются межреберные грудные мышцы и мышцы брюшного пресса, а также мышцы рук. Рекомендуется выполнять женщинам для профилактики мастопатии, а детям для профилактики сколиоза и нарушения осанки. При большом количестве повторений выполняет роль аэробного упражнения. Главное – соблюдать правила диафрагмального дыхания. Вдох – опускаем руки за голову, выдох – поднимаем гантели до уровня груди. Противопоказанием для этого упражнения является вывих плеча. Также стоит ограничивать его на первом этапе лечения синдрома замороженного плеча. Второй вариант на скамье или на фитболе более сложный, но более эффективный, так как благодаря положению тела достигается максимальная амплитуда движения. Чем движение длиннее, тем полезнее.